Здравствуйте! В эфире проект «Встречай Новый год вместе с Вести», ведущая я, Анастасия Стародуба. В канун Нового года для жителей Абакана оператор «Большой Тройки» сделал подарок – новый сверхскоростной интернет 4G+. Можно скачивать фильмы в формате HD за считанные минуты, загружать любимые фото и видео за секунду, играть в различные онлайн-игры без запинок и перебоев и моментально открыть любую веб-страницу. Скорости хватит для всего, и все это без каких-либо проводов. Уже сейчас сети 4-го поколения работают на большей части города Абакана. И в 2015 году мы планируем покрыть сетью 4-го поколения другие территории Республики Хакасия. Еще несколько лет назад это казалось нереальным, а сейчас устройства с поддержкой сети 4-го поколения доступны для людей любого достатка. В Хакасии жителям доступно около 50 устройств 4G различных производителей. Это смартфоны, планшеты, фирменные роутеры и 4G-модемы. Стандарт 4G+ позволяет работать в интернете на скорости, сравнимой с привычным для домашнего использования оптоволокном, и в 5-7 раз быстрее, чем в сетях 3G. Запуск сетей 4-го поколения стал подарком компании «Мегафон» для абаканов в канун Нового года. Посмотреть больше любимых фильмов, пообщаться в видеоконференциях с родными, близкими, загрузить фото, видео, памятные моменты. В общем, делиться новогодним настроением жители и гости Абакана смогут теперь на высоких скоростях самого современного стандарта передачи данных. Абакан может гордиться. Сегодня по числу сети 4-го поколения он обогнал Красноярск. Сеть нового поколения уже доступна практически во всей столице Хакасии. В парках и скверах, площадях, возле вузов, общежитий, школах, в центре города и частном секторе. Например, в районах Легмаш, Гавани, Красном Абакане. Китайские мудрецы считали, что материальное положение человека часто зависит от того, как он сам относится к деньгам. И для этого существует ряд народных примет. Как известно, Новый год не только всеми любимый праздник, но и самый затратный. И чтобы улучшить финансовое состояние, предлагаю вам пару нестандартных способов. Первое. Встречайте Новый год во всем новом. Красивая новая одежда поможет настроиться на успех. Второе. Разберитесь с долгами перед праздником. И третье. Во время боя курантов зажмите в левой руке монетку. С последним ударом бросьте ее в бокал шампанского и выпейте его. После этого носите монетку всегда в кармане. Она будет приносить деньги. Всего вам самого наилучшего и удачи в новом году!